Безопасности дорожного движения на Смоленщине уделяется повышенное внимание со стороны горожан. Об итогах года и о предстоящих инициативах сообщили на пресс-конференции в УГИБДД Смоленской области. За ушедший год, 2018, на территории Смоленской области произошло больше 1000 ДТП, 1035, в которых погибло 143 человека. Ранено 1336 людей. Данная статистика говорит о том, что если сравнивать прошлый год, то по всем направлениям у нас рост незначительный, но имеется рост. К сожалению, также отмечается незначительный рост летальных исходов. При этом, благодаря регулярно проводимым профилактическим мероприятиям, происшествия на дорогах с участием детей снижены на 40%. Борьба с пьяными нарушителями остается одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД. Отдельно был сделан акцент на употреблении водителями марихуаны. Очень большое количество в Смоленской области, особенно в Смоленске, молодых людей, которые употребляют данное наркотическое вещество. И сознание, оно не такое, как у трезвого человека. Поэтому, когда ДТП происходит, направляем на свидетельство, конечно, есть тенденция к росту. Одним из рычагов воздействия на нерадивых водителей в ГИБДД видят проведение регулярных профилактических мероприятий. Необходимо помнить, что вождение в состоянии опьянения может привести к летальному исходу не только водителя, но и случайных участников движения. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.